Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Так, ну что, поехали, заберем с тобой еду. Здесь, надеюсь, у нас все-таки завершится эволюция или нет еще. Ну, наконец-то, ё-моё. Диплотатор. Ваше мнение, ребята, разделилось. Кто-то говорит, что он хорош, кто-то говорит, что он плох. Но, говорят, минимум надо прокачать до 30 уровня, чтобы он был топчиком. Не знаю, наверное, у нас получится. Так, открыта награда. То есть мы теперь можем, наверное, приобретать его в магазине, да? На рынке. Так, новый уровень. Он у нас кто? Рыбку ест? Да, рыбу ест. Рептилия. Окей. Давай заберем награды. Естественно, будем тестить его. Ну, выглядит он там шикарно. Давай заберем награды тогда уже. Так, билеты мы разыграли. Наборы мы с тобой открыли. Это я все, ребята, делаю за кадром. Так, покормить не менее 4, да? Как же мне вот этот вот сбор раздражает. Было бы что-нибудь такое, что автоматически собирает. А, мы можем ускорить бесплатно. Окей. Ну что же, еще один динозавр у нас легендарный появляется. Эниозавр его величать. И ставим сюда. Так. Ну, естественно, разочек покормим. Хотя зачем разочек-то? Вот так сделать нам надо. Потому что он у нас будет принимать участие в поединках. Так, давай, наверное, заберем здесь награды. Здесь, с этих маяков. И вот здесь. Так, дальше тут 42 тысячи. И здесь 7. 7 монет всего лишь собрали. Да, шикарный куш, ничего не скажешь. Так, ДНК. Что у нас тут? Понял. И здесь тоже забираем. Допустим. Что у нас по заданиям? Давай посмотрим. Так, виповская. Что у нас здесь? Серебряный набор. А какие поединки? Морские, да? Морские. И сколько их тут? 4. У меня не хватит столько рыб, чтобы можно было подраться здесь. Зайдем в события. Посмотрим. Без ограничений. Я знаю ваши без ограничений, денежную борьбу. Спасибо большое, я так и понял. Так, подводный мир. Здесь всего лишь 2 атаки нужно сделать. Ну-ка посмотрим. Ну вот, это совсем другое дело. Здесь можно, ребят, подраться. Так, псевдоферму берем. Дальше. Дальше вот против этого возьмем прогнатодона. А против этого возьмем Генерей. Подожди, а почему у меня Генерей всего лишь 1 уровня? Эй, погоди. Ладно, есть замена у нас. Геозавра пока возьмем. 200 тысяч заплати за поединок, да, называется? Окей. Ну, я бы не сказал, что у нас тут офигенное преимущество. Но, тем не менее, давай бонус возьмем. Так, смотрим. Что сейчас будет? Будет менять или нет? 2 атаки. Опа. Он сделал 2 атаки. Это его выбор. А у нас сколько получится? По урону. Вырубили мы его. Шикарно. Геозавр. Оу, щит. Сейчас нам влетит. Да, влетело не кисло. Ну, смотрим, сколько мы будем атаковать теперь по нему. Так, он одну атаку сделал, да? Значит, нам нужно с тобой сделать, ну, как минимум 3. Потому что... А, он защиту не стал брать. Допустим. А, появляется тринакромерум. Тринакромерум. Блин, язык сломаешь, пока так говоришь. Ну, естественно, ему тут достаточно одну атаку сделать. И, ребята, он меня победит. А вот теперь самое интересное. Во что он влил остальные очки? В бонус или куда? 67 к атаке у него идет. Если я сейчас... Ну, в принципе, если все слить, и он поставит
трындец, меня, ребят, здесь облапошили. Мне не хватило буквально чуть-чуть. Ну что, ему две атаки сделать, и я готов. Проиграл я здесь. Ну, я-то отчаиваться не собираюсь. Почему я пожадничал легендарную карту взять с собой, а? Вот скажи мне на милость. Почему я пожадничал? Хорошо. Хорошо, хорошо, ты не радуйся. Я все равно сейчас тебя здесь ушатаю. Блин, пойду я генерию эту прокачаю. Мне не нравится то, что она первого уровня. Вообще не нравится это все. Вот так, отлично. Пускай будет 10 уровня лучше, чем первого. События. Поехали. Да что ты мне показываешь? Ой, секунду, секунду, не то. Ошибочка вышла. Подводный мир, конечно же. Так, против этих хохломонов, блин, у меня нету ничего подходящего. Ну, поехали, сделаем так. Так. Хотя здесь лучше взять, наверное, вот этого. Так, торга, в принципе, это все и стоит. А этот у нас наносит усиленный урон, да, сюда, получается. Так. Псевдодерма, давай тоже тебе заберем. И сделаем вот так вот. Вначале псевдодерму поставим, потом мы влепим этого и на дорожку, на закусочку, так сказать, Зуходуса. Я думаю, что это будет оптимальный вариант для нас. Ну что, здесь делаем по старой схеме, да? Пускай атакуют два раза нас. Опа! Опачки! Он решил сменить. Он решил, друзья мои, сменить. 137. Я возьму вот этого Зуходуса. И две атаки ему пропишу. Так, ну что, выходит хлыщ. 215 к урону дает. Будет атаковать, да? Ну все, это ему смерть, сразу тебе говорю. Раз, два. Этого будет достаточно. Плюс возьмем с тобой бонус. Прогнатодон пошел ко дну. И выходит Тринакртромерум. Офигеть, зачем так сложно их называть, а? Все? Да выпендривался? Теперь получай по полной программе. Ну что, первый поединок мы с тобой сыграли. Еще нужно один. Точнее, не сыграть даже, а победить. Чтобы получить награду. Ну, у нас там с тобой, получается, две леги. Что там, опять код 19 загорелся, я смотрю. Две леги, я думаю, нам с тобой за глаза и за уши. Порвем мы это испытание. О, ты посмотри. Аркантус просто сейчас вынесет Гауфу этому мозги. Посмотри. Ты дыш, 548, шикарно. Дункли Эстейт вообще для нас ни о чем. Да? Что бы он тут не делал, как бы он тут не прыгал. Да хоть ты 10 атак делай. Не, ну 10, если он сделает, конечно, нас победит, но... Одного удара будет достаточно, еще возьмем бонус. Иди отсюда, Дунклястей. Так, и черепашка-ниндзя выходит. Псевдодерма. Своими 40 атаками. Даже не думай там блок ставить свой, не поможет тебе. Все. Ну что, забираем награду. Хочу просто посмотреть, что нам здесь выпадет. Конечно, хотелось бы динозаврика. Желательно нового. Но тут уже не от нас, как говорится, все зависит. А от колесо призов. Давай, 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 давай. Ох ты! Это, ребят, какой-то чисто ленивец. Эремонтерий.
Так звучит классно. Элементарий. И легко звучит, причем даже без запиночки можно произносить. Так, код 19, ты заколебаешь, а меня? Ну что ты, Кулазух. Так, замечательно, говорят. Давай дальше двигаться. Потрясающе. Давай дальше. Раз, два, три. Потрясающе. И последний. Раз, два, три. Все. Идеальная поимка. Что и требовалось доказать. Забираем с тобой награду. Так, использовать три ускорения. Забрали наградочку. Так, покорми... А, мы еще с тобой не покормили четырех динозавров. Так, тут у нас 18 секунд. Ну, есть желающие. Кто голодный, ты? Все, задание выполнено. Так, участие на арене принять. Использовать трех разных классов моды. Про моды забыл. Так, подожди, Чарли Эхо. Давай-ка мы с тобой за ДНК. Дельта. Супер редкие моды. И нам выпадает с тобой инстинкт убийцы. Дает одну очку действия за каждое павшее существо. А в начале следующего хода. Когда я буду эти моды применять, умань приложу. Значит так, нам нужно с тобой подраться в ПВП. Ты мне дашь еду-то? Спасибо. Слушай, а мы, по-моему, поставили с тобой, да? А, подожди-ка. А я разве не выиграл расширение территории? Нет? Нет? Значит, ПВП. Погнали. Что бы нам с тобой сыграть? Давай, наверное, вот это вот. Животные как-никак все-таки есть у нас, и мы можем поиграть. Возьмем... Давай возьмем мамонта. Келлен Кена и Амфициона. Три разных вида пускай будет у нас. И как раз еще, да, на один поединочек нас хватит. Ух ты, ух ты. Серьезная заявочка у нас тоже, кстати, ты заметил, да? Опа. Мамонт может проиграть Амфициону? Правда, что ли? Но я в любом случае буду атаковать. Мы по здоровью вытащим. Наверное. Он менять будет или нет? Ага, решил все-таки две атаки сделать. Так, ну что, я думаю, хватит ли нам пробить его? Может быть, нам поменять? Нет, пока не будем менять. Бомбанем две атаки ему. Так, у него 130 хп, у нас 643. Но, что ты задергался-то? Кстати, у него амфицион, я смотрю, прокачанный. О, дипротодон вышел. Какой-то бобр. Ну что, давай тогда. Погоди, а кто у нас против него хорошо идет? Этот, что ли? Атака-то маленькая. Он поменял, он взял две защиты, получается. Наверняка взял две защиты, поехали. Но тем не менее, 20 хп мы ему оставляем. Все сливать будет или как? Все, абсолютно. Так, он нас вырубит, скорее всего. Мамонт мой осел. Ну, здесь мы париться долго не будем. Одна атака, он вылетает в трубу. О, друзья мои, да мы их сейчас порвем. Ты посмотри, атака какая. 37 всего лишь. Тут достаточно одного удара, и он отдуплится. Ну, что ты там думаешь, раздумываешь? Да, конечно, ага. Неудачно, да, получилось? Мне достаточно сделать один удар. И вот так.
Ну и этого бронтозавра, или как его назвать, тоже вынесем. Глиптодон. Такая моська у него, как у зайчика, ё-моё. Ну что ты сделаешь? Ну, 4 атаки. Угу. Эть. Обидно, да? А, у него, кстати, 1192 хп. Нифига себе. Ну, пробьем в любом случае, чтобы он тут не делал. Потому что у нас 320 к атаке идет. Почти на 3000 вломили ему. Молодец. Молодец. Ну что, я сыграл в ПВПшку. Что-то мне требовалось. Забираю награду. А, тут еще крутить. Приз любителя. Да не может быть. Да серьезно, что ли? Динотерий мне достался. Ну вот, начал вести. Хоть где-то, хоть когда-то. Забираем награду. Так, использовать нам нужно сражение трех разных классов динозавров. В сражении, в любых. Именно динозавров. Это были животные сейчас, доисторические. А нам нужны именно динозавры в поединках. Так, что у нас по заданию? Ой, подожди, вот здесь вот. А, ё-моё. Нам еще тут скрещивать и скрещивать, да? Один день, пять дней. Черепаха какая-то у нас будет с тобой. Этих мы тоже сразу скрестим. Это, видимо, животные у нас. Каназойской этой эры. Так, а кого мы будем выводить? Вы, ребята, спасибо вам большое, конечно, за то, что вы кидаете какого лучше динозавра. Ребят, я запутался. Вы там столько советов надавали. Да фигище, на самом деле. И это круто. Давай-ка мы, наверное, с тобой... Это же с кем он гибрид идет у нас? А, со стегоцефалом. Со стегоцефалом. Слушай, я еще хотел посмотреть. Мы можем с тобой поставить... именно того динозавра, которого сегодня сделали. В плане ромалиозавр еще у меня есть. Ёлки-палки, лег целая куча. Так, алангозавр. Ну, по идее, должен быть, да? Алангозавр есть, значит, и должен быть тот. Или не будет его. Есть. Диплотатор. Сколько, интересно, будет выводиться? 4 часа. Меня устраивает. Вы сказали, его прокачать нужно до 30 уровня, да? Только после этого он будет как бы эффективен. В поединках. Надеюсь, вы правы. Мы это с вами проверим, протестим обязательно. Так, сейчас соберем монетки. Так, что дальше нам сделать? Нам нужно с тобой, чтобы в боях принял участие не менее 2 динозавров разных. На рынке что-то горит. Что горит на рынке? Фигура тиранозавра. Так, это 5%, да? О, можно сюда влепить. Будет бонус к деньгам. Тут как раз у меня чисто такой, знаешь, коммерческий отсек для фарма денег. Здесь тоже заберем. Так, давай посмотрим, что у нас еще тут есть за события. То есть остается только вот это, последний, да? Или что? Да, ребят, только одно. А босс, босс события. Уровень приза. Ну что, давай начнем, наверное, вот с этого. С первого. На втором, потому что мы с тобой сфейлились. 30 баксов. На втором мы сфейлились, потому что там у него пошли леги и так далее. Здесь всего лишь сколько? 12 динозавров. Ну и, как ты понимаешь, все будет довольно легко. Так, в минус сразу же. Афиакадон появляется. 2 атаки будет, да, влуплять? Да ладно. Ты хочешь сказать, что ты взял... Ну, проверим. Ах ты, жук навозный. Ладно, допустим. Трешечка. 3 очка. Так. Давай я так сделаю. Да чтоб тебя, ты серьезно сейчас? Еще возьмет, что ли? Уже похуже будет. 5-ходку, ребята, срубит сейчас. Если влупит. Что-то он ничего не делает. Для чего он копит бонусы? Не знаю, ребят. Для вот этого, скорее всего, да?
Скорее всего, для него переходящий бонус он сделал. Монолофозавр 6. 193. Ё-моё, на тыщенку. Нет, он не стал рисковать. Но считай, на тыщенку, ребят, влупил. Раз, два, три. Вот так сделаем. Да, блин, ты... издеваешься, что ли? Блин, прыщ, а? Сейчас еще на пятихатку влупит. Вообще не стал делать ничего. Так, ребята, влупляем. Это вот как специально. Я становлю... я беру больше, он берет меньше. Я беру меньше, он берет больше. 216, представляешь, если сейчас все влить в атаку. Он почему-то этого не делает. Еще 1000 минус. Проверим. Ага. Допустим. Вообще не стал ходить. Вообще не стал ходить. Так, вырубаем. А это плохо, сейчас к нему переходящий бонус, да, перейдет. 455 к атаке, ё-моё. Все, он сейчас, ребят, если все вольет, он меня ушатает. Он так и делает. Жесть какая-то. Я даже не смог первого испытания пройти. Жестоко, конечно. Да что вы мне тут дадите, Лига опасностей? Всегда какую-нибудь ерунду. 80 очков доверий. 160 в общем количестве. Естественно, больше я пока не смогу принять, да? Или смогу? Смогу. А если мы с тобой сюда пойдем? Двадцать противников там нужно. Подожди, а почему я не могу? Я не могу, ребята, больше принимать участие. Он, видимо... не знаю. Пока не могу. Так, хорошо, давай посмотрим, что еще. ПВП-шку, что ли, нам играть? Ну, давай ПВП поиграем. Раз, два, три. Поехали. Посмотрим, кто тут против нас. Ого. Саркастодон какой-то. Фиге, ты видел, сколько там хп? Как напоминает волк чек-то. Ну тут понятно, тут на один удар. По-моему, вот такой у меня будет скоро. Напоминает чем-то верблюда мне. А вот это серьезная заявка. Ты посмотри. Ну, две атаки и все, и мне крышка, ребята. Это жестко. Причем это обычный какой-то, да, хламон. Интересно, сможем ли мы его гасануть вот этим вот. Я тебя умоляю. Тут вообще, ребят, без вариантов. Тут без вариантов. Против Саркастодона это... мне тут ничего не поможет. Это сколько мне нужно влупить ему? По 99. 6. Сколько это получится? 5 раз? 5 раз. Да нет, нет, не получится, ребят. Ну что он будет делать? Атаковать? Или будет сидеть и сопли на кулак наматывать? Все в бонус, да, вливает? Ну что, максимум я могу нанести. О, вот здесь меня подловили. Он взял 2 на 2. Ну, тут ушатывают, конечно, что тут. И олень мой тут северный вообще мне не поможет никак.
две атаки, две защиты. А, три защиты у него. Не, олень, это бесполезно. Против этого хорька 33 уровень. То есть ты понимаешь, он сколько эволюций сделал, сколько у него этих карточек было. Тут бесполезно. Мои 10 уровни здесь просто, знаешь, в сторонке стоят и тихо плачут. 33 уровень. Почти 40-й. Офигеть. Ну ладно, хорошо. Так, нам нужно с тобой еще ПВПшку сыграть на динозаврах, чтобы... Где у нас? Вот. Ну что, приступим потихоньку. Возьмем... Блин, стоит ли набрать? Давай возьмем Ютирануса. Этого протестим. И Эниозавра. Кто тут против нас будет? Давай смотреть. Угу. Я думаю, справимся здесь. Против Шунозавра. Ну, давай атаку сделаем одну. Поклюем его чуть-чуть. Менять ему нет смысла, если только вот на этого. Метеоринха, да? Мне кажется, он не будет этого делать. Нет, будет. И он делает. А кто у нас хорошо против него выпендривается? Диплотатора брать. Ну давай возьмем диплотатора. Мы все равно проигрываем. Если брать соотношение ХП и атака, мы проигрываем здесь. А ему достаточно всю атаку слить, и нам крышка, ребята. И он так делает, блин. Все слил, да? Какой-то. Мне его не победить. Какого он уровня? 32-го. Метеоринг. Ну тут понятно, ребят. Сейчас ему сколько надо сделать? Две атаки, одну оставляет себе. Наверняка там ставит на защиту. У меня только такой вариант. Все, здесь мы его ушатываем. А вот как с этими драться? Так, 160. У нас зато ХП, посмотри сколько. Блин, у него тоже здесь немало. Гиганоцефал. Ок, сделаем с тобой тогда вот так. А, да, тоже две защитки поставил, да? 6. Что будет делать? Все-таки все, решил слить, да? Пробьет, нет? Пробил. К сожалению, ребята, пробил. А у нас есть какие-нибудь события еще или нету? Сейчас посмотрим. Чтобы я уже мог в ПВПшке хорошо зависнуть. Но випку я не смогу, ребята, пройти. Потому что, ну, я говорил уже, что не хватит у меня столько морских чудовищ, чтобы здесь подраться с ними. На событиях тоже ничего, да? Значит, ПВПшку сегодня будем юзать. Поехали. Так, ну что, возьмем, наверное, с тобой вот так. Эрликозавра возьмем. И Капразуха. Смотрим, какой нам выпадет здесь соперничек. Ах, как хорошо, Шунозавр попадает под моего летуна. Хотя, что я радуюсь-то, Шунозавр как раз сильнее, чем мой летун. Здесь, наверное, надо... Что делать-то, как быть-то? Ну, давай я так сделаю. Две атаки, это почти... А он может меня сейчас снести просто-напросто. Но он этого не стал делать. Ну давай сменим, фиг с ним. Все равно, ребят, фигня получается.
Давай так попробуем. Ага, все-таки он ставит защиту. Боится тоже, да? Ты представляешь, сколько мне нужно сделать ему атак, чтобы его вырубить? Потратил, все, решил все-таки слить. Ну вот как тут быть? Все сливать в атаку? Поехали, фиг с ним. Не хватит чуть-чуть. А, нет, хватило. Ну все, тогда я на расслабоне, ребята. Этот, конечно, нас вырубит. Если все будет сливать в атаку, он нас вырубит. А вот как с этим мы будем драться? Ох, в чем вопрос. Так, он все слил. По-моему, он одно что-то там оставил. Про запасик, да? Нет, ничего он не стал. Он все, ребята, оставляет сюда. Все сюда. 527 к атаке. Да. Если он сейчас все вливает, конечно, он побеждает здесь. Фига он, чувак, мощнявый. И он все делает, он все сливает, ребят. И что мой капразух здесь делает? Ничего. Просто ничего. Мы ему просто щекоточки сделаем. Все, ребят, проиграли мы. 351 атака против меня. И это он еще только 19 уровня. Вот это гибритус. Да, в этой схватке почему-то я не взял хищников вообще ни одного. Почему? Не знаю. Что мной движило? Надо было хоть одного хищника взять. Ну ладно, мы уже два раза с тобой проиграли, кстати, на вызове наземных. Поехали. Так, так. Сейчас возьмем с тобой хищников, да, он возьмет этих рептилий. Это как по закону подлости. Сейчас проверим. Но если рептилий возьмет, мы с тобой будем тогда уже птеродактилем их бомбить. Так, он тоже взял хищников здесь. Приличное количество. И опять у него есть гибрид 32 уровня. Так, ну тут понятно всем, да, что мы делаем. Сразу вот такое мы уничтожаем. Теперь посмотрим, насколько вот этот гибрид 32 уровня. Ёк-макарёк. Две с половиной тысячи хп топиелозавр. Тут мой птеродактиль просто плачет грустно в сторонке. Какого лешего? 808 к атаке. Серьезно? Это что за гибрид такой, ребята? С этим бы я с полтычка справился. Но вот это что за гибрид? Так, он ничего не стал делать. А сколько у нас атака у этого получается? Ага, понял. Тогда все, ребят, сливаем сюда. И подсчитываем. Три атаки, да? Ну, конечно, тут нифига, на, почти на 4000 там. Вот как вот, скажи мне, мне все сливать придется, да? Да, тут мы ушатали. Тут выиграли, короче, мы. Остается вот этот хлыщ. Хотя, подожди, вдруг еще... Упс. Упс. Девятого уровня. Ты посмотри, у него атака 198. Вот я лошпен, вот это да. Да а кто знал-то, ребят? Я думал, что он 9 уровня. Фигня какая-то будет, там, атака детская. А он еще и этот, и рептилия. Прикинь, накумарили меня. Да, накумарили вообще. Просто на изи. Ничего толкового не дали. Ну, правильно, не заслужил. Так, не заслужил. Что у нас там?
Тут 4 часа. Ну, ребят, я за кадром, наверное, сегодня его прокачаю. Ну, попробую до 20-ки. До 20 уровня. А может быть, за кадром как раз и до 30-ки прокачаю. Там посмотрим уже. Ну, ты сам видел, да, как мне тут досталось. Сегодня, конечно, поединки были жесткие против меня. Нигде не выиграл. Ни в животных, ни в динозаврах. А, в рыбах только выиграл. В водных. Только в водных я смог выиграть. Причем получили с тобой неплохую карту, которую у меня до этого не было. Но на земке все, по-моему, у нас, да? Динозавров нету нормальных. Сфинокодон. Да, в принципе, тут, наверное, вряд ли, ребята, у нас получится, потому что против меня будет жесткий убийца выступать. Хотя, давай рискнем. Рискнем. Отыграем, так сказать, свою тройку мощных игроков. Динозавров. Да чтоб тебе анкилодока взял. Ну, анкилодок, че, против него хищник нужен. Ну, вот ты смотри, блин, опять у него саркозух. Ну, давай попробуем так сделать. Естественно, он будет менять на аэротитана, скорее всего. Нет, вот на этого будет менять. Как его звать-то там? Анкилодока. Нет! Не стал, друзья мои, он менять. И я, кажется, знаю почему. Он слишком в себе уверен. Он две атаки, да? Погнали. Саркозух 11 уровня. Заменил все-таки, да? Ну что же, ребята, берем. Да-да-да, именно этого берем. И посмотрим, насколько он. Ух, четенько. Раз, два, две атаки ему будет. Да, ему будет достаточно. Двух атак. Пшел вон с поля боя. Аэротитан выходит. Даже если он все вольет, я не думаю, что он сможет нас победить. Хотя по 200. Почти по 200. А может быть и может. Но тут да, тут порвет. Две атаки сделает. И порвет. Нет. Ему не хватило. Ему, друзья мои, не хватило. Тогда прощай. Мерси боку. На тебе. Так, аэротитанчик. Блин, у него как раз повышенная атака будет против моего. Против моего пастозуха. Он даже не стал все тратить. Ну, топижара, я думаю, будет сильнее, чем аэротитан. Как ты думаешь? Так, ну а давай все вольем. Посмотрим, сколько он будет делать атак. У него 7, да? Но сколько? 5. Все, ему крышка, ребят. Из 7 он 5 потратил. Но я надеюсь, топижара нормально. Топижара сейчас вломит ему. Даже если он взял 2 на защиту. Восьмерочка, ты понимаешь, это все. Это фиаско. На-ка, получи. Привет тебе от топижары. Нормуль. Ну вот, еще одна победа, ребята, у нас получилась. Именно в ПВП. И очень хорошо, давай. Давай что-нибудь нормальное. Давай вот пак мне, пожалуйста. Нет, зачем тебе пак? Вот, получи 3000 еды, от которой, ребята, толку никакого. От 3000 еды. Так, давай закажем, наверное, хавчик. Он нам пригодится. Ну и все на сегодня. Пока, ребята, ничего не сможем сделать. Задания наши тоже здесь стоят на месте, потому что нам нужно вывести 7 динозавров 40 уровня. А у меня только лишь 4.
У нас же там ячейка забита, да? Да, забита. Надо будет после того, как выведем, кого-нибудь еще поставить. Вот кого нам можно прокачать? В принципе, тропиогната. Две карточки сделать, прокачать, и получим 40-й уровень. Надо, кстати, этим заняться. Ну и, как ты видишь, аргентинозавр тоже, в принципе, готов. Нам нужно лишь еще две, да? Еще две карточки вывести. 20-е, 30-е и 40-е, да. Тоже в ближайшее время это сделаем. Ну что, друзья мои, на этом буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.